посмотрите внимательно, узнаете советского военачальника по портрету. Чтоб было легче, вот вам интересный факт. Этот маршал отлично воевал в гражданскую, громил врага в советско-финскую, но в Великой Отечественной, несмотря на отдельные победные операции, сильно отличиться не удалось. Некоторые советские историки называют неудачником, но в своей жизни он всего добился трудом, талантом и даже везением. Кто это?